До нашої студії завітав наш колега, друг нового дня, Артем Албул, ведучий рубрики програми «Напевно, це так». Вітаємо тебе в нашій студії. Доброе утро. Зовсім нещодавно стартувала твоя нова програма «Напевно, це так». Я думаю, що наші телеглядачі вже ознайомлені з нею, але для тих, хто щойно приєднався до нашого телеканалу, пропоную розказати про неї детальніше. Спасибо за приглашение, во-первых. Да, программа «Вероятно, это так». Напевно, это так, вероятно, это так. Кому как удобнее. Конечно же, всем удобнее, напевно, это так. Мы же живем. В общем, уникальная программа, на самом деле, в первую очередь, потому что как бы уже два эфира было. Мы вот анонсируем ее только сейчас. Но это уже уникально, как бы. На самом деле, можно смело сказать, это не тот случай, когда эта фраза будет звучать слишком пафосно, что как бы на отечественном телевидении похожего продукта нет. Вообще в мировой практике похожие программы есть, а в Украине на телевидении такого не было. В общем, очень сложно описать формат, на самом деле, в связи с этим, в связи с уникальностью определенной, потому что внешне это похоже чуть-чуть на викторину какую-то, но на самом деле там кроется гораздо более интересный формат, гораздо более интересные просто темы и вопросы и так далее, потому что какую цель мы, создатели этой программы, поставили перед собой? Это в первую очередь популяризация науки, наверное, вот в целом. То есть каждый выпуск носит тему определенной, ну, скажем так, науки или области знаний. Mm-hmm. То есть в эфире зрители могли уже увидеть передачу, посвященную вот такая первая научная и ненаучная наука называлась. Это такая вот специальная тавтология. Да, если вдруг кто-то подумал, что это не специально. Любишь играться словами. Да, да, чуть-чуть есть такое. Как бы это специально. То есть мы понимаем, что такое тавтология. Все хорошо. И вторая была посвящена еде, как такой сфере, где есть куча заблуждений, куча мифов и так далее. И мы стараемся в хорошей компании, то есть приходят ко мне мои товарищи по юмористическому цеху, стендап-комики и так дальше и тому подобное, и мы пытаемся в веселой манере с помощью них и в скучной лекторской, менторской манере в связи с наличием меня в этой программе разбираться в каких-то хитросплетениях научного знания, заблуждений, мифов и так дальше. Такое цікавое поєднання науки та дружніх посиденьок. Да, как бы стараемся интересную информацию, ну, как мне кажется, интересную, может, кому-то не так, но подать ее где-то с развлекательными моментами, потому что, ну, так же интереснее, так же проще, так же легче. Ты сказал, мы засновники. Расскажи про свою команду, с кем ты працюешь и как у вас выникла идея створить такую программу. На самом деле, постоянно работают над этой программой три человека. Это я, это режиссер Елена Казарцева и монтажер Татьяна. У нее тоже есть фамилия, но как бы она слишком известна, чтобы ее называть. И все остальные, то есть гости, это четыре участника всегда, это есть костяк определенный, mm-hmm. есть участники, которые меняются из программы в программу, хотя, опять же, это не что-то прописанное там законом. У нас постоянным гостем является звездочка Николаевского медиапространства Светлана Махничева, ее верный оператор Валерий Феченко, и их дополняют мои коллеги там по арт-студии «Первое свидание», Михаил Рябоконь, Виталий Пак, никому не говорят ничего эти фамилии, имена, я уверен. Вот, то есть, но основу все-таки рабочего подготовительного процесса это я сам. Як скромно. Как-то так, да, так получилось. Обираючи, можна сказати, вже стандартних учасників, Світлану та її оператора, чому саме їх обирав? Ну, они, во-первых, хорошо подходят с точки зрения развлекательных моментов в этой программе. Ну и, наверное, Светлана, она вообще такой вот репрезентант такого вот народа, то есть вместе со своими плюсами и вместе со своими минусами. То есть если есть какое-то заблуждение
общее такое, да, там, что касается чего-либо, то, скорее всего, Светланка об этом знает. И иногда знает, что это заблуждение, а иногда нет. То есть она нам, помню, пыталась, не помню, было это уже в эфире или нет, наверное, было. По-моему, она пыталась чуть-чуть рассказать о том, что, может, Дарвин чуть-чуть ошибся, и мы пошли от дельфинов, там, ну, как бы, то есть, ну, она это делает, конечно, сквозь призму сатиры и иронии какой-то, но зато нам это позволяет коснуться в программе и этой темы и сказать, как бы, люди, не думайте, что, как бы, мы от дельфинов, типа, потому что это не так. Напевно, це так. Чому саме така назва і що у ній криється? Да, собственно говоря, вот так, и вот она такая явная достаточно. Мне, вообще, у меня было два варианта, это один вариант – это моя фраза «паразит». Если я кому-то что-то интересное рассказываю, как мне, опять же, кажется интересное, это не проверенная информация, что-то интересно кому-то еще. И я любил добавлять в конце этого, ну, чтобы вы понимали. Вот, и изначально я хотел как-то так и назвать программу, но как-то это очень сложно все передавать на бумаге. То есть вот когда это произносится, эта фраза, то понимается ее какой-то смысл. Вот. И я, в общем, думал что-то вокруг до этого. И, в общем, вероятно, это так. То есть мы говорим на такие темы, которые у нас есть какая-то информация, но она зачастую или неправильная, или искаженная, или вообще нет такой информации. И, в общем-то, после каждого нашего вопроса и серии ответов, и правильного ответа, можно сказать, как бы, ну, вероятно, это так. То есть, с большей или меньшей уверенностью мы всегда, как бы, по полочкам что-то раскладываем. Поэтому, вероятно, это так. Сезон твоей программы уже відзнято? Практически. Тобто вже черговий якийсь пласт готового відео є, вже декілька програм записано. Який найкумедніший момент був, який ти запам'ятав і думаєш, боже, як же в мене таке сталося? Я даже, чесно, то есть было очень, это в целом юмористическая, как бы, в том числе программа, то есть мы ее позиционируем как интеллектуально-юмористическая, и когда не смешно, мы говорим, ну это в первую очередь интеллектуальная программа, а когда смешно, но бестолково, мы говорим, ну это же и юмористическая программа, очень хорошо такое вот поле для отступных путей. На самом деле, я не знаю, с чем это связано, но в одном из первых выпусков Светлана пыталась мне очень сильно помогать в проведении этой программы. То есть она человек харизматичный, лидерский по натуре. И она просто вот в момент, когда я говорю, ну там, переходим к какому-то вопросу. И она сказала очень смешную фразу, она сказала «пигналы». То есть это как «погнали», только на вот на ее придуманном этом клингонском языке. Вот. И вот это «пигналы», оно теперь просто под девиз этой программы, потому что что бы мы ни начинали делать, монтаж или отсмотр смонтированный или еще что-то, это сопровождается словом «пигналы». И вот, казалось бы, программа, насыщенная юмором, интересной информацией, а больше всего мне запомнилось слово «пигналы». Пока что. Юмористична програма, бували і курйози, а ось на виходу вже все вийшло так, як ти задумував, чи, можливо, навіть краще сталося? О, я, в общем-то, когда я помню, когда я первый раз сел в студию, это было очень как-то так страшно немножко, потому что, несмотря на то, что я, как бы, да, отснял уже кучу контента, это было что-то очень свое, очень что-то, что я пропускал, да, сквозь себя, и я очень нервничал. В связи с этим мы очень много, на самом деле, пишем, то есть программа, итоговый хронометраж программы 26 минут, но мы пишем чистого материала больше там часа, чтобы потом выбрать что-то забавное. Но гордость моя лично, мы записали очень хорошую, как по мне, программу, посвященную сексу. То есть это же такая сфера, которую так или иначе люди связаны с ней, это действительно так. И там действительно есть огромное количество как интересных моментов, ну просто как бы в этой науке, так и, конечно же, заблуждений, мифов, в которые мы верим по разным причинам. Вот. И мы записали большую, опять же, там часовую программу, и когда я отсмотрел, то я решил, что я ничего не хочу убирать, и мы растянули на две программы, потому что это очень, как по мне,
показательно. Во-первых, я очень горд, что мы взяли эту тему, что мы на эту тему разговаривали как взрослые адекватные люди, потому что, ну, не всегда умеют подать эту тему так, чтобы это было, ну, и интересно, и доступно для всех, как бы. Потому что мы, в принципе, ничем не ограничены, то есть, как бы, да, мы, у нас нет там каких-то скабрёзных слов или еще чего-то, но, в принципе, я гостей не ограничиваю в юморе, то есть, любые темы, сферы, если это юмор, да, то это уже не может быть, ну, там, плохо, ну, скажем так, то есть это может быть не смешно, но это уже как бы не грубо, а завуалировано, красиво все подано. Я думаю, що наші глядачі вже зацікавилися наступними програмами. Коли можна переглянути твою програму? Ой, вообще можна смотреть, пересматривать целыми днями, на самом деле. Дело в том, что у нас такой вот веселый график выхода с сезона нашего. Мы показываем новый выпуск раз в две недели, соответственно, через неделю после выхода нового выпуска повтор. Сегодня как раз-таки по субботам мы показываем в целом по субботам. Сегодня будет повтор программы, посвященной еде, в 20:05. Это стандартное время выхода программы. То есть через неделю будет новый выпуск. Могу анонсировать, выпуск этот получился достаточно нетипичным по сравнению с теми, что уже были в эфире, те, что будут. Я решил, что все-таки надо не только в такие сухие научные дебри лезть, а еще и как бы разбавить программу чем-то иным. И мы будем говорить про мультфильмы. Вот почему-то мне захотелось поговорить о мультфильмах, то есть там тоже есть и чуть-чуть заблуждений, но не таких, да, как бы явных или там важных, собственно говоря. Но есть много интересной информации, есть много культовых мультфильмов, как наших, так и зарубежных. И, в общем, я захотел об этом поговорить. В общем, через недельку можно будет посмотреть. Дякую, що завітав до нашої студії. Я думаю, що нашим глядачам буде дуже цікаво переглянути твою програму на, можна сказати, нетипові і типові теми, як ви їх показуєте з наукової та юмористичної частини.